Вот как смотри, ходится, а? Гранитная мастерская. Ой, гранит. Памятники. Нам надо памятников, да? Подожди. Тихо. Здравствуйте. Возьмите нас на работу, пожалуйста. Мы умеем памятники ставить. По-братски. Это... Давай, убери отсюда. Все, ладно, я понял. Все, братан. Так, нельзя здесь, короче. Не возьмут нас на работу, хотя здесь я бы мог дальше, зона, надо дальше посекать. Че дальше-то? Так, мы оттуда прибежали, ну, да? Злые, да? Злые сразу сказали, камеру убери, я тебе сейчас порву. На Маргана выколю. Во, о, шмотки, пошли. Сейчас будем устраивать. Здрасте. 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 Ты что заберешь? Здрасте. Здрасте. Возьмите нас на работу, пожалуйста. Кем-нибудь, хоть кем-нибудь, прошу вас. Серьезно, я могу носить женскую обувь, дегустировать, носить ее на ногу. Мы не работодатели. Вы не работодатели? Мы можем размеры все. Чего Макс может? Их, возьмите, пожалуйста, нас на работу. А, это манекен. Здравствуйте. А мне очень нужна работа. Вы можете мне взять на работу? Какие-то странные девочки, они не разговаривают. А это вообще город? Это село? Что это? Вы знаете русский? Нет, здесь никто ничего не знает вообще. Что за... Господи, где мы находимся? Я не понимаю. Вот выход из этой берлоги. Здесь люди, которые не разговаривают. Это убили, чтобы меня не попало. Ара, хорошо, не видно, брат. Не видно, не переживай. Братья. Это не факт, все, братан, понял. Так, у нас здесь возникли неполадки. Фу, проблема. Да, хорошо, у него карты были. Карты были у него, он шулер какой-то. Пожалуйста. Ну, мне просто пару гвоздей забью. Ну, да, и, пожалуйста, просто скажите, как у вас работает здесь. Здрасте, возьмите на работу меня, пожалуйста. Нет. Кладовщиком хоть. Он может дегустировать помидоры. Возьмите на работу его. Да? Я могу жонглировать. Ты жонглир? Осторожней, помидоры не это, не испорти. Положи помидоры, положи. Неся, все, извини. Не трогай продукты. Он просто чуть-чуть этот, брат мой, он странный немножко. Ладно, не возьмете нас. Как странный? Ну вот странновато, все время надо что-то ему потрогать, все. Да, нам же надо как-то умирать. Ладно, пошли, у нас денег просто нет реально. Блин, капец вообще. Здравствуйте. Вам не нужны люди, которые могут помочь вам при задержании? Конечно, нужны. Нужны? Нет? Нифига, у вас тачка... А, не нужны. Нужны, говорю. Так, хорошо, я готов выполнять, сэр, что-нибудь, что вы мне прикажете. Вместо отдел полиции обратитесь. Вместо отдел полиции. Телефончик, вас будут все знать. Да? Нифига себе. О, круто, слышь. У нас здесь первая работа. Я всегда хотел служить в своей стране. Скажите, а откуда у вас такая крутая тачка? Написано. Офигеть, это бэха просто. Да. Надо чистить вот эти. Только глаза прикрой, чтобы не смажу так, а то она может делать, да, прям. У меня уже несколько раз случилось. Это мой ключ? Ключ от моей квартиры. Ну я приду. Работа нам нужна. Так, вещи. Пойдем, Маша. Маша. Да, там детский мир какой-то. О, Маша, там. Здрасте. Ни хрена себе. Вам работник не нужен? Я реально крутой работник. Вы так с палкой забежали, я думал, пить будет. Нет, конечно, нет. Нет, не нужны работники. Я буду камазиком. Ты куда, Макс? Так. Извините, у меня брат неадекват. Ты что сделаешь? Я могу состроить все здесь, понимаешь? Ты можешь грузить землю? Он может землю грузить реально вот этой штукой. Понимаете, я могу собрать это как лего, понимаете, для меня. Это вообще легко. Танк, смотри, Макс. Молодые люди.
Что? Вам это не детская площадка? Да, так, вы Макс. Вы приехали туда, будьте любезны на выход. Ну, Макс, выйди, пожалуйста. Да. А ты что? А я, да как? Я сейчас попробую договориться. Не если надо со мной ничего договариваться. Как? Да возьмите. Потому на... что таким поведением дурачиться вон на улице. Да я пол могу помыть, реально. Да не надо, ну вы что, глупые что ли? Все, ладно, ладно. Или надо голос повышать? Все, я понял. А, здесь давай зайдем. О! Я сделала ключ. Что там? Как? Я, в общем, хотела устроиться в лавку ключника. Тебе дали сделать ключ? Да, да, я постучала, он долго не хотел. А потом я говорю, возьмите меня на работу. Он говорит, ты все сломаешь у меня. Все, а как ты его уговорила? Ну, я говорю... Как ты уговорила? Просила. Стучись. Здрасте! Вы возьмете меня на работу, пожалуйста, Джан? Куда тебя взять на работу, а Джан? А как-нибудь, что-нибудь я могу сделать? Нет! Точно? Нет, а нет, можно посидеть здесь? Я тоже. Прошу, минуту посижу! Нет, мы едем. Я никогда в жизни в КамАЗе да не ладно, сидел! Нормально. Правда! Ну, пожалуй, а она может посидеть? А я? Одну минуту! Я буду штурманом! Некогда, честно слово! А присесть и выйти! Ладно, спасибо. Классный у вас КамАЗ. Новый, нормальный. Да, все, закрываю. Все, я в тупике. Я что тоже. Делать? Ну все. Пойдемте тачку ловить. Поехали дальше куда-нибудь. Или пойдем пешком.